Закончили монтаж теплицы капелька 2,5 м. В длину она 4 метра, 2,5 в ширину. С шагом метр можно сделать любую конструкцию. И вообще любой длины можно сделать. Теплица свалена с профильной трубы 20 на 40, 20 на 20. Труба оцинкованная, плюс полимерно-порошковый окрас светло-серого цвета. Дальний торец с форточкой в торце. Здесь дверь с форточкой. Поликарбонат 4 мм. Актуаль Био. Фундамент. Брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Внутри сделаны укосины для большей жесткости. По углам сделаны колышки в землю вбиты на глубину 80 сантиметров. Также стоит пара форточный блок на термоподъемах, автоматическое проветривание. Все очень надежно, качественно. По торцам уплотнительная резинка. Весь низ защищен торцевым профилем по всему периметру. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!